Итак, привет, дружище, привет, дружище, привет, дружище, дружище, здорово, ёпта! Усаживайся поудобнее, хочу, чтобы ты это видео смотрел в комфорте, располагайся, не стесняйся, чувствуй себя как дома, наливай вкусного чайка, хотя нет, ты же в гостях, дружище, ты на моем видео, давай я тебе налью чайка, давай я тебе замешаю вкусных пельменей со сметанкой, вот. Все как мы любим, но ты не забудь мне в благодарность поставить свой княжеский лайк, и да, я напоминаю, что наша цель, друзья, мы идем к 200 тысячам подписчиков, конечно. Ну, вообще, это мне надо, вам это, наверное, не надо, но если вдруг ты сейчас смотришь без подписки, возьмешь, подпишешься, или ты даже специально для этого зарегистрируешься на YouTube и подпишешься, я буду тебе весьма благодарен. Для тебя не сложно, а для меня пипец как полезно и очень важно. Сегодня будет интересный выпуск, я, по крайней мере, надеюсь, вы там уже пишите в комментариях, как вам понравилось и не понравилось, потому что действий у нас будет сегодня, ну, не то чтобы много, но прикольно. Во-первых, даже нахожусь на аккаунте своего сагильдийца ЛНК Вендатор. Вот, извини, если как-то неправильно прочитал. Мы с ним вместе находимся в гильдии хулиганы, да, дружище. Если вдруг ты ищешь для себя активную топ-1 гильдию, вот, ты взрослый, адекватный игрок, у тебя как минимум 1 000 000 силы, ты хочешь воевать в Нарсе, хочешь воевать на битве гильдии, то давай к нам, вот, взрослый, юморной, активный. Все, будем тебя рады видеть. Далее, что хотелось бы отметить. Во-первых, в этом видео, ребята, мы откроем вот эти вот 106 карт донатных и сделаем такую некую статистику, сколько падает, какой процент выпадения определенных героев. Да, я знаю! Да, я знаю, ты уже начинаешь писать в комментариях. Вот если бы было бы 1000, вот тогда статистика была бы точной. И вот это вот все. Но, дружище, давай так, работаем. С чем есть? Если, конечно, кто-то накопит 1000 этих карт, я буду весьма благодарен, но я думаю, что к тому времени, когда кто-то накопит эти 1000 карт, уже никому не будет интересно вообще сами эти карты. Ладно, да, как бы мы к этому вернемся. Самое главное у нас заключается в том, что мы сегодня будем пытаться выбить нового донатного, ребята, героя. Подожди, вот он, парящий остров. У нас 1660 попыток, 8000 пыли. Вот, будем это все пытаться выбить. Я беру себя сейчас, передвигаю. Да, я даже не знаю, как там этот новый герой называется. Мне кто-то вот написывает, вот, хулиганы написывают. Быстрее у клиента несдержание. Вот мне пишут, не знаю, в гильдии, к чему сейчас это пишут. Ну ладно, полетели. А, надо вообще награды посмотреть, награды-то поменяли. Ну, вот эти вот камушки, я бы от них не отказался бы. Я под пыли не отказался. О, механоид альфа еще здесь падает. То есть, ну, как бы, мне еще есть смысл. Так, смотри. Осколки демона-охотника, да. То есть, ну, повторки нужны. Фанатик абсолютно бесполезный герой, но для судьбы, ну, как бы, я думаю, тут с судьбой на этом аккаунте проблем нету. Нас интересуют осколки, грубо говоря, Динамо. Вот, и мы его будем, соответственно, выбивать, потому что их нет. Вот, смотрите. Типа склад героев нормального человека. Нету тут плюс 100-500 накопленных осколков каких-то героев. Осколки собираются, человек героев забирает. Динамо, кстати, уже 11 осколков. Демон-охотник 73. А, понятно. Ладно, полетели. Давайте не будем терять время. Войти в игру. События. Парящий остров. Давай. Полетели. Ну и давай вот так вот долбить. Так, вижу, уже там Динамо падает. Да, у нас, ну, запомнили, сколько у нас были там пыли. Больше 8000, друзья. О, сейчас это можно все сделать быстрее. По той причине, что у нас склад расширили до 60 мест, если не ошибаюсь. Так, смотри, да, долго места не заканчиваются. Во, все. Точнее, не склад, а почтовый ящик. Ваш почтовый ящик переполнен. Сколько мы за раз выбили осколков Динамо? Ну, штук 17, где-то 18. Что у нас тут по ресурсам? Одну эту легендарную карту выбили. Окей, давай возвращаемся. Возвращаемся, дружище, возвращаемся. Парящий остров. Так, лепи лайк, если хочешь, чтобы я сегодня успел, может быть, прокачать данного героя. Ну, вот, попытаться. И как-то взглянуть на него. Буду весьма тебе благодарен. Так. Не останавливаемся. Долбим.
Так, снова у нас все переполнено. Забираем. Так, и какой у нас результат по осколкам? 50 осколков. Ну, сейчас ровно посмотрим, к примеру, сколько выпадет, да? Парящий остров полетели. Так, оп-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 оп. Ну. А, я знаете что? Плохо то, что не смотрю на осколки другого нового героя, потому что там-то повторки по-любому нужны. Так, забираем. Да, смотри, легендарные карты не падают. Статистику мы не улучшим. Нам-то еще демон-охотник нужен. 21 осколок за заход падает. Я бы не сказал, что это супер много, если честно. Так, карта, парящий остров и, по сути... А, ну я уже думал, что мы там чуть ли уже не половину пыли слили, да, друзья? Так, буду ролить сейчас быстро, чтобы меня ни в чем не обвинили. Вот, князь, надо ролить быстро там, чтобы все падало. Так, эх, мне бы хотя бы 1004, елки-палки. Пыли. Ох, у меня появилась бы куча новых героев. Так, подожди. Ну, что у нас тут по результатам? 149 осколков демона-охотника, 93 динамо. Ну да, где-то в среднем по 20 осколков падает. Парящий остров, давай полетели. Давай полетели. Так, карту видел, донатная упала. Же на этом аккаунте они бесполезны, но, тем не менее, она упала. Так, 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 так. Слушай, этот демон падает нормально. Нормально. Механоид альфа падает, который мне нужен. Так, забираем. Дальше что у нас тут? 117 осколков. Здесь 173. Скоро мы заберем повторку демона. Ладно, ладно, ребята. Так, ваши подарки. Ваши подарки, все не то. Не останавливаюсь, у меня это время тоже ограничено, у меня сейчас ребенка отвел на танцы, друзья, вот, и сейчас видео запишу и сразу побегу его забирать. О, Илиночка там, у нее танцульки, дискотека, так, окей, есть, а дальше, так, забираем халяву. Так, легендарной карты нету. И здесь пока мы еще никого не собрали. 135, а сколько? Знаете, ну как-то это все стрёмно выглядит, друзья. Как-то это выглядит стрёмно, давай. Ну, хотя еще мы даже, грубо говоря, половину не потратили. Давай ускоряемся. Вот, чтобы это супер долго не было. И вдруг там какие-то лишние осколки упадут за счет бага, не бага, не знаю. Кто-то говорит, есть баг, кто-то говорит, нет баг. Но мы не багаюзеры, вот, а... Часто тыркать. О, так, забрали. Да кто ж мне там пишет? Забрали, ребята, демона-охотника. Вот, так, парящий остров. Ну, а часто тыркать, ребят, нам никто не запрещает, да? Потому мы берем, короче, и тыркаем. А что? Мы сюда пришли потыркать. Повтыркать. Так, ну-ка. Да, мы еще, грубо говоря, даже половину не потратили. Вообще, по идее, должно упасть штуки 2. Ну, наша цель, да, ребят, чтобы упало штуки 2. Давай сейчас ускоряемся, и мне просто уже хочется посмотреть на самом деле результат. Потому что если упадет штуки 2, ему хотя бы можно будет сделать эволюцию. Ему можно будет сделать эволюцию, это, согласитесь, неплохо. Это неплохо. Так, давай. Есть, забрали. Окей. Дальше. События, парящий остров. Что-то я думал, быстрее это все будет тратиться. И это еще учесть тот факт, что почтовый ящик, да, расширили. Могли бы его у нас... Ну а что, я не понимаю смысла. Если вы уже добрались его расширить до 60, не знаю, расширили бы до 100, до 80. Ну, вообще до 100 было бы нормально. А так, типа, мы расширили до 60. А следующее обновление... О, мы расширили до 67. Ребята, а? Как вам такое обновление, а? Так, парящий остров, давай. 5000 пыли. Она какая-то, грубо говоря, бесконечная на этом аккаунте. Я уже не буду каждый раз заходить смотреть. Просто буду забирать и все. Там мы уже посмотрим, сколько чего мы соберем. Так, есть. О, еще донатная карточка. О, боже. Парящий остров, давай.
Летим, не останавливаемся. Летим, друзья, летим, не останавливаемся. Не останавливаемся. Так, замечательно. Дальше. А, нет. Надо сначала все забрать. Смотрите, сколько здесь камней пламени? Сколько здесь нужных камушек для моего аккаунта для прокачки судьбы? Божечки. Божечки, как же я завидую! Почему у меня этого добра нету? А, потому что я нищеброд. Ха! Так. Вот. Ну и потому что разработчики не заинтересованы, чтобы у них был какой-то контент. Парящий остров. Отлично. О, смотри, даже две лего-карты выпало. Даже две лего-карты выпало. Так, окей. Я думаю, в конце будем, наверное, их открывать. Потому что они же падают. События. Так, парящий остров. Парящий остров, парящий остров, парящий остров. Так. События. Получить. Окей. Дальше. Дальше, ребят. События. Так, парящий. Парящий остров, парящий остров, парящий остров. У меня там уже чаек заварился. Пакеточный чай закончился. Пришлось это без пакетиков чай засыпать, так там вся эта шняга сверху плавает. Грустно. Так, ну все, мы уже потратили, кстати говоря, половину. И, слушай, а он падает на самом-то деле неплохо, потому что, смотри, смотри, Динамо. Да, то есть мы потратили где-то, ну, 4500 пыли, да, а выпало, по сути, 300 осколков почти выпало. 300 осколков. То есть, может, за 3, за 3,5 его выбить можно. Очень даже неплохо, ребята. Давай. Ну, как бы вы посмотрите, вот у нас было там сколько, 8200 или 8500. Так, правящий остров, парящий остров. Посмотрим, сколько всего осколков получится. Так, ну, я сейчас больше чем уверен, что нам получится достать двух героев. И это хорошо, друзья. Так, парящий остров. Жду вас сегодня, кстати, на стриме. Сегодня будем угорать в GTA Сампе. Так. Она вообще забирается, что добро со склада полностью. Ах ты, ёпта, у меня добро со склада-то не забирается. Ёб твою дивизию, что делать? Ёб твою дивизию. Ёб твою дивизию, а как-то можно было обменивать? Как-то можно было обменивать? Ну, на складе нельзя. Там где-то в шаре можно было делать. Ну вот разработчики дегенераты, конечно, полнейшие. A few moments later. Короче, ребят, не поверите, я написал хозяину, говорю, блин, вот такая вот херня. Помимо шара есть еще какой-то способ их переделать? Он говорит, нету, продавай. Блядь, ребят, просто трэш-контент. А, блядь, продаю камни пламени. Просто... Ой! Господи, блядь. Мне так жалко, ребят. Мне так жалко. Ну и мы их как бы не особо-то и продали. Потому что... Ну да, ну вот я сейчас это забираю. О, забрать получилось. Но их опять будет по максимуму. Ну да, мы по сути десятку продали, мы-то больше не... Потому что, опять же, этих красных камней, эти красные камни на максимуме. Просто, вот разработчики, блядь, вот просто дегенераты. Я не знаю, ну типа, есть же чуваки, да, которые много донатят. Ну какая херь 50 тысяч камней пламени максимум? Господи, ну делали бы уже тогда, оставляли бы шар на постоянку. Или какую-то херню. Чтобы можно было эти, грубо говоря, эту херню переделать в сундуки. Ну это ж просто трешня какая-то. Реально. Это просто трешня. Типа они, ну как бы, до них не доходят. Ну я не знаю, ну тупые. Они не играют в игру. Не, я понимаю, что большинство игроков, они не парятся с этими камнями пламени, то есть, ну, как я, у меня их постоянно не хватает, и мне всегда есть куда их потратить, ну, вот, я наоборот на них молюсь, но есть же игроки,
которые дохера, ну, которые дохера донатят. Ну вот, смотри, все. И все. Они как бы остаются. И что с ними сделаешь-то, блин? Просто, я не знаю, просто головой с моста кому-то надо сделать в Китае. Потому что это откровенный дебилизм. Просто жесть, ребят. И сейчас снова будет, ну, как бы, видишь, 16 уже заполняется. То есть, дальше-то что делать? Синие эти, ну, по-любому там везде прокачан, просвещение прокачано там. Синие камни тоже, ну, не потратишь, да? То есть, ну, бред. Откровенный бред, друзья. Все, склад снова полон. Смотрите, сейчас все меньше и меньше на нем мест будет оставаться, вы видите? Как бы, ну, далеко не факт, что мы сможем потратить, грубо говоря, все. Сейчас снова закончится, да? Да, закончилось. Окей. Получить. Не, может, я тупой, может, там еще есть способ как-то от этого всего избавиться, ребят. Но просто я даже, ну, не с этого бомблю. Я бомблю с долбоебизма разработчиков. Ну, уже сделайте, что там миллион максимум можно было. Ну, то есть, камон, ну, это же бред. Зари, уже 32. Хотя, может, даст бог, мы сможем всю пыль потратить. Долбоебизм. Ну да, у него там в сундуках только 110 тысяч этих камней. Ну, как бы, да, хозяину аккаунта вообще, ну, дико параллельно, да, потому что у него их до хрена, но все равно это неудобство. Ой, блядь, остановить. Так, сука, что я сделал? Блин, я же тут не подготовился, у меня ни бумажки, ничего. Ну, есть тут какая-то бумажка. Договор с моими интернетчиками. Не, ну ладно, если... А сколько их там всего-то было? 96. Ай, ёпта, открыл-то я до хера. Блять, короче. Короче. A few moments later. Так, ребят, пока я это закрою, потом все открою. Потом, когда все открою, ребята, подсчитаю, вам скажу результаты, какой чего там процент. Давай, парящий остров открываем. Блин, жесть. Ну, просто уже, знаешь, уже как бы с ума сходишь. Задумался там об одном, о другом говоришь. Так, давай. Получить. Дальше. Парящий остров. Давай, полетели. Ну-ка. Так. Получить. Смотри. Остается 18 свободных мест, друзья. Остается 18 свободных мест. Я считаю, просто умопомрачительно. Так, ну-ка, сколько сейчас останется свободных мест? Ну, хоть бы они, знаешь, хоть бы они на складе складывались. Там 200 плюс 200. А так это получается. Так, 15 свободных мест. Господи. В конечном итоге мы сколько? Ну, где-то 6 тысяч пыли сможем потратить. Смотри. Получить все. Дальше. Получить все. События. Парящий остров. Давай. Так, ну давай еще. События. Парящий остров. Давай-ка, давай. Есть. Ну, получить все. О, как-то он тут что-то начинает как-то ролить, да? Ой, что у нас тут происходит? Не сюда захожу. Сюда надо заходить. Так, снова места нету. Снова все получаем. 48. Видишь? Он или он перестал давать эти камни, или что, я не понимаю. Ну давай я уже доролю, тогда закончу. A few moments later. Так, ладно, ребята, короче, смотрите.
Пыли у нас еще осталось, пыли у нас осталось вот столько, да, 1600. Но я уже не могу ее тратить, потому что у нас склад переполнен, осталось два свободных места. Давайте посмотрим, что у нас по осколкам получилось. Мы забрали еще одного демона-охотника и, по сути, собрали два динамо. Вряд ли бы мы собрали бы, наверное, третьего динамо, но в целом падает, как бы падает он достаточно неплохо. Так, демон-охотник. Так, ну что, динамо получается, точнее, ну да, динамо появляется на этом аккаунте. Я думаю, что постараюсь, если хозяин даст, я в следующем видео его уже прокачаю. Так. Мы его сюда расчехлим. Ну, давай одного расчехлим, герой. Господи, так. Вот он, динамо, открыть. Сила плюс 5. А дальше. Теперь переходим уже к этим несчастным карточкам. Вот, я их сейчас открою, а потом снова будет нарезочка, и уже вам объявлю, ребята, результаты. Так, открываем. Открыть все. Так, елки-палки. Лис. Не, ну тут разных героев вижу. Так, все, мы открыли, друзья. Теперь хлопну в ладоши, я вам расскажу, какой чего процент. Пам. Так, ребята, я тут закончил с подсчетами. Вот, они достаточно простые. Всего открыл этих блатных донатных карточек я 115 штук. Вот, дальше. Дуэлянтов выпало 45. Мэри выпало 16. Бардов выпало 43. Леди Божество выпало 5 штук. И лис выпало 6. Вот. А теперь давайте по процентам. Шанс выпадения дуэлянта 39%, точка 13. Почему точка? Ну, потому что, я не знаю, в русском языке там за запятой, или как вы говорите, просто на латышском это там кома 5. Ну, мы так привыкли, там и на украинском также. Давайте, короче, сами понимаете. Дальше. Шанс выпадения Мэри 13%, ну 13,91, почти 14%. Шанс выпадения Барда 37,39, то есть, ну 37%, да. Божество, Леди Божество, шанс выпадения 4,31, ну то есть 30,34, то есть, ну 4%, да. И шанс выпадения Лисы 5%, 21. То есть, ну вот такие вот результаты. Единственное, что у меня вызвало удивление, то что лисы выпало больше, чем леди божество. Потому что сколько я открывал, ну, как мне кажется, труднее всегда было получить лису. Вы в комментариях пишите, ребята, исходя из вашего опыта. Вот, верен ли такой подсчет? Ну, не то чтобы подсчет, подсчет, наверное, верен, а если не верен, напишите в комментариях, если вы все посмотрели и пересчитали, друзья, результаты, да, то пишите в комментариях, я это, может, опубликую себя в Телеграм-канале, но все равно результаты я опубликую в Телеграм-канале. Короче, самый большой шанс выпадения — это дуэлянт, за ним рядышком идет Бард, потом Кровавая Мэри, потом Лис и потом Божество. Но я думаю, что Божество и Лис, наверное, как бы они наравне, просто такая вот статистическая погрешность. Но в принципе, друзья, может быть, лисы реже падают, может быть, сейчас как-то вот так вот рандомом повезло. Напоминаю, мы открыли 115 карточек, а не 1115, понимаете? Вот, если бы было 1000 карточек, было бы куда интереснее. Я думаю, что на этом все. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, там я это все опубликую. Если кто-то из вас пересчитает, как бы мои подсчеты были неправильные, я там тоже все опубликую. Вам пожелаю огромнейшей удачи, ребят, и всем, ребят, пока.